25 лучших проектов представили российские студенты на стартап-шоу. В подобном формате мероприятие проводится впервые. Его цель – помочь в реализации бизнес-идеи. Прежде чем представить проекты на суд экспертов и потенциальных инвесторов, все они прошли предварительный отбор. Всего для участия в стартап-шоу было подано около 100 заявок от студенческих команд со всей страны. В итоге организаторы отобрали 25 самых интересных. Меня зовут Влад Курилин. Наш проект называется «Система оценки рисков». Это программное обеспечение, которое анализирует видеозапись беседы с человеком и выдает вердикт, на какие вопросы человек соврал, на какие сказал правду. То есть, по сути, наш программное обеспечение превращает обычный ноутбук с веб-камерой в детектор лжи. Самые интересные и перспективные проекты инвесторы обещали поддержать. Победители получат финансирование и помощь в разработке, внедрении и продвижении своей идеи. Кроме этого, проценты от привлеченных инвестиций поступят в фонд социальной помощи студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также в ходе мероприятия объявили о начале сбора заявок от студентов, которые смогут представить свои лучшие бизнес-проекты на ежегодном форуме молодежи «Российская студенческая неделя», которая пройдет в октябре.